сегодня около 8:20 на 191-м километре автодороги М9 Балтия. Водитель автомобиля «Лада Грант», разрешенном для этого месте, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с двигающимся во встречном направлении, направлении города Москвы, автомобилем ВАЗ-2005. В результате этого дорожно-транспортного происшествия 3 человека погибли на месте происшествия, двое доставлены в больницу. А по обстоятельствам происшествия проводится проверка. Происшествие произошло в светлое время суток, в условиях без дождя, асфальтовое покрытие мокрое, без повреждений.